Администрация Северского района продолжает поздравлять жителей муниципалитета с новогодними праздниками. Новогодний огонек прошел и в поселке Афипском. Глава района Адам Джерим поздравил активных жителей, кто в 2019 году приложил немало усилий для развития и благоустройства Афипского городского поселения. За этот год нам вместе с вами удалось сделать очень многое в плане развития нашего района. Я хотел бы поблагодарить весь актив Афипского поселения за вашу работу, за ваши отношения, за ваши беспокойные души, за то, что вы очень мощная команда Афипского городского поселения, всегда совместно работаете и притворяете в жизнь все планы, которые намечаются в начале года. К собравшимся обратился и глава Афипского поселения Юрий Коваленко. Поздравить с наступающим праздником, поблагодарить за тот ваш труд, который вы на протяжении всего года вкладывали в наш поселок, в наш район. Мы вместе с вами тоже хорошую лепту внесли в копилку района. Мы в 2019 году заняли первое место в крае, а это результаты в копилку нашего района. По доброй традиции всем, кто вносит вклад в развитие района и своего родного поселения, вручили цветы и благодарственные письма.